Давайте посмотрим на темной колоде Тара теней дикого леса. В чем трудности общения по мнению партнера? Ну, естественно, с вами, с теми, кто смотрит, да? В чем трудности общения по его мнению, по его картине мира, да, с вами? Угу. Представляете партнера, можете мысленно произнести, можете вслух имя, возраст. В чем трудности, по его мнению, у вас в общении? Давайте, может быть, для кого-то это будет, несмотря на то, что общий расклад, для кого-то будет серьезной подсказкой. Так, у нас, смотрите, у нас выпадает карта маг, но в этой колоде магом здесь выпадает женщина. И трудности общения в первом, вот в самом первом потоке, который мне идет у вас, то, что, видите, карта маг — это мужской род, а нарисована женщина. То есть вы, девочки, очень часто пребываете в мужских энергиях, находясь в партнерстве. Вы забываете о том, что такое женские энергии. Вы преподносите себя как экого бойца, воина. Мои дорогие, с жизнью бороться не надо. Это создает еще больше трудностей. С партнером бороться не надо. Нужно просто знать свои границы и максимально в отношениях проявлять свою энергетику. Так, дальше паж жезлов и разговор о том, что, ну вот, молодой человек, тот мужчина, на которого мы сейчас смотрим, по пажу жезлов, он такой ранимый, страстный и довольно-таки гиперактивный, может быть, бежит впереди паровоза, я так иногда люблю говорить, торопит вас с какими-то решениями, с какими-то... пошли туда, пошли сюда, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, да, вот. А вы и готовы взваливать все на себя, потому что он-то позиционирует себя, ну, как ребенок в отношениях больше, страстный такой ребенок. Так, дальше смотрите, у нас выпадает карта смерть, то есть человека негативит, триггерит, я бы даже так сказала, такая ситуация, что он боится, что отношения могут закончиться. То есть вот это все... что вы берете на себя гиперответственность, что он может вести себя как пацан в этих отношениях, да? Он боится, что это все закончится. Ну, конечно, ему удобно, да. Что еще? Чего еще? По страшному суду боится какого-то отката. С одной стороны, он, видите, в силу своего, может быть, небольшого опыта в отношениях, либо детской позиции, продолжает гнуть свою линию, да, не особо ценя то, что, там, допустим, вы для него делаете, вот. Но в то же время он боится, что рано или поздно за это придется отвечать. По десятке жезлов, трудности, конечно, на эмоциональном фоне, разговор о нетерпении, о том, что вы пытаетесь им манипулировать через мужские энергии, то есть продавливая свою позицию. Напомню, женские энергии — это когда женщина шея, так скажем, а мужчина голова, когда она выслушивает мнение партнера и подталкивает его ненароком к решению проблемы своими путями, понимаете? А не так откровенно: ты не прав, ты пошел, ты не то, ты не сё, да? Вот в этом у вас трудности. Он тоже это понимает. Далее у нас тройка жезлов. Решения принимаются на бегу. На бегу. То есть такой позиции, что сидеть, обсуждать что-то, сидеть о чем-то договариваться, у вас вообще практически не существует. У вас уже когда дом сгорел, тогда пожарники приехали. То есть когда поссорились, когда оба упали на негатив, оба в страданиях, тогда ну давай о чем-нибудь поговорим. Да? Вот так вот, это об этом. Торопитесь очень сильно все. Куда торопитесь, мне вообще непонятно. По пятерке мечей, да, по сути, периодически вот этими вот эмоциональными вспышками вы друг у друга воруете время. Вы друг у друга воруете энергию.
вы друг другу имеете массу причин не доверять. Мои хорошие, разве так выстраивают отношения? Что еще он считает у вас тут в отношениях такого негативного? Что мешает, по его мнению? По десятке мечей он считает, что вот вы доводите иногда ситуацию до абсурда, до разрушения, до того момента, когда все пропало, шеф, все пропало, складывай оружие, уходи с поля боя, да. А потом оба оглянулись, я посмотрела, не оглянулась ли она, да, как там песня-то, я запуталась. Угу. Вот и у вас то же самое. Поругаться поругались, а все покидали, в разные стороны разбежались и начинают из-за угла друг на друга оглядываться. А смотрит ли он на меня, партнер, да? Королева Пентакли выпадает здесь, но смотрите, это очень интересная, классная колода. Королева Пентакли, конечно, классная вообще сама по себе позиция женская. Может быть, меня женщины, девчоночки смотрят земной стихии, но смотрите, меч здесь, вот в этой колоде у нее висит сбоку. Разговор о том, что я свою ценность, и это ваша позиция, через манипуляции свою ценность буду прорубать мечом в твоей голове. А нужно ли это? Подумайте. И человек это осознает. Он, с одной стороны, попадает как бы между двух огней. С одной стороны, он боится, что отношения могут закончиться. Он боится, что он потеряет какой-то комфорт, да? И с другой стороны, ему с вами тяжело. Поэтому отсюда и все вот эти эмоциональные фыр-фыр. Еще что он считает, мешает вашим отношениям? Восьмерка Пентаклей. Не умеете прорабатывать. Не умеете прорабатывать позиции, разговаривать. Об этом уже мы тут смотрели, да? То есть он бы хотел бы, мотайте на ус, девчонки, он бы хотел бы иногда обсуждать. Но знаете, обсуждать надо с позиции «не ты плохой, а мне не нравится, как ты здесь со мной поступил или здесь мне сказал. Давай в следующий раз ты скажешь иначе». Вот именно такую позицию нужно принимать к действию, к проработке. Да? Тут, может быть, еще не нравится то, что вы, может быть, его больше зарабатываете по этой карте. Посыпались у нас пентакли, десятка пентаклей, а это карта семейная, карта семьи, вложений в семью и семейные ценности. И если вы еще не супруги, то, возможно, вы слишком продавливаете эту тему. И опять человек у нас попадает между двух огней. С одной стороны, он хотел бы быть возле вашего мужественного плеча. Девчонки, прорабатывайте эту позицию, мужские энергии, вышибайте себя, да. С другой стороны, он не хотел бы торопиться создавать семью, да. А если вы все-таки меня смотрят супруги, то он все-таки считает, что семья – это ценность, и тут нужно, видите, по восьмерке пентаклей, нужно чаще разговаривать, а вы, возможно, этого не осознаете. На дне колоды у нас тут карта «Верховная жрица». Верховная жрица. Девочки меня смотрят такие, знаете, интуитки, эзотерической такой направленности, эзотерического склада ума, которые умеют иногда и поритуалить, умеют иногда и шепоток послать, умеют иногда и как бы чары какие-то навести, знают свою харизму, но чересчур активны в мужских энергиях. Вот это главная причина, самая первая карта выпала, да, и главная причина того, чем недоволен мужчина. Он, может быть, этого не осознает, а недовольство внутри растет, поэтому поработайте над своими женскими энергиями.